Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области объявило о проведении ежегодного конкурса на лучшую реализацию архитектурно-художественной концепции, графического образа и предметной среды муниципальных образований. «Города Подмосковья. Облик открыты всем» – такое название имеет этот конкурс. В нем принял участие и город Видное Ленинского района. Слово нашему корреспонденту. Лучшая реализация архитектурно-художественной концепции создания пешеходного квартала в сложившейся застройке муниципального образования. Одна из номинаций областного конкурса «Города Подмосковья. Облик открытый всем». Ленинский муниципальный район представил несколько вариантов существующих и совершенствуемых пешеходных зон. Наиболее интересные среди представленных проектов – это пешеходная зона в районе Советского проезда и кинотеатра «Искра». Более 20 лет город Видное проводил грамотную политику по благоустройству и формированию общегородского центра, который берет свое начало от главной административной площади к Советскому проезду, где вдоль пешеходной зоны расположены Георгиевский храм, Аллея Славы, детская площадка, кинотеатр «Искра». Все это составляет единый комплекс. Мы сформировали общегородской центр города Видное. Таких городов очень и очень мало. И не только в Московской области, но и по всей, можно сказать, России. На конкурс для рассмотрения были предложены и другие проекты создания и совершенствования пешеходных зон. Также рассматриваются проекты создания и совершенствования пешеходных зон от больничного кластера вдоль Заводской улицы в сторону налоговой инспекции. Это существующий объект благоустройства в районе ЗАГСа. Объявленный конкурс управлением архитектуры и градостроительства Московской области направлен на выявление мастерства архитектора, когда вместо штампованных решений принимаются другие, вписывающиеся в окружающий ландшафт. В частности, доверно, проектируя свои строения, которые сейчас вот мы вдоль Олимпийской улицы возводим, они переменной этажности. То есть эти здания, начиная с 5 этажей, как бы расходятся в стороны, позволяя увидеть наблюдателю с Олимпийской улицы вот ту усадьбу Тимохова Саласкина, которая у нас находится чуть выше наших домов. Город Видное как срез истории, которой пропитана и территория усадьбы Тимохова Саласкина. Это по определению изначально территория с особым охранным статусом, на которой изначально планировались и по-другому не будет какая-то сеть пешеходных дорожек с какими-то лавочками, с малыми архитектурными формами, подсветкой. Приятно осознавать, что застройщики современного города Видное в своих действиях заботятся о сохранении неповторимого очарования нашей местности. Людмила Медведева и я, Адамия Елена Кошелева, Видное ТВ.